Так, сейчас я вам покажу, как происходит сбор клубники в теплице. Вот такой вот ящичек у нас. Это ведерко для мусора. Что мы делаем? Берем ягодку вот за такой хвостик. Оп, его. И в корзинку. Оп, и в корзинку. Если попадается гнилая, ведерко. Вот так. Ягода. Два дня. Солнце у нас такое прям хорошее. Ягода, конечно, вообще обалденная. Сладкая-сладкая. Все-таки в пасмурные дни сладость немножко не дотягивает. Но солнечную погоду это вообще не ягода. Сказка какая-то. Знаете, какая ягодка. Вот это обрываем. Знаете, это вообще грамм 50 точно. Сейчас насобираю, поеду в Бенискую продавать. Сегодня цена 17 мая, сегодня цена на клубничку у нас 200 рублей лукошко. Вот такое. 200 рублей лукошко. Продавали по 250. Ну, сегодня вот у меня Азия уже начинается, грунтовая. Цены, конечно, будут дешеветь будет клубника. Понимаете? Вообще супер. Супер-пупер. Ой, сладкая такая. Так, ладно. Встречаемся в Тбилиске. Кому надо, телефон знаете, звоните. Кто телефон не знает, в профиле в Инстаграме есть телефон. Нажимайте кнопку позвонить. И звоните. Сейчас буду ехать, если что, завезу. Кто еще не пробовал мои клубники?